По информации регионального департамента труда и занятости, в Тюменской области заявлено свыше 22 тысяч вакансий. В основном в сферах образования, строительства и обрабатывающих производств. Почти 400 вакансий – это инженерные специальности. Так, работодателям нужны проектировщики, специалисты по подготовке производства и инженеры производственно-технического отдела. Также более 70 предложений для технологов производства. Средняя зарплата по заявленным вакансиям от 45 до 66 тысяч рублей.